Он представляет Демократическую Республику Конго. И зовут его Уэле Финамо. Синим углу ринга Иван Ступин, Россия. In the record, Динамо Уэле, Democratic Republic of Congo. In the blue corner, Ступин Иван, Russia. Иван Ступин. В этой весовой категории лучше. Табакан федерального округа. Итак, первый раунд. Иван сразу бросился в атаку, посмотрите. Начинает прижимать своего соперника. Конголезец. Конголезец не... старается не уходить, не отдавать вот эту площадь ринга. Хочет оставаться в центре, но это и понятно. Когда у тебя за спиной большая площадь, тебе легче маневрировать, уходить. Хорошо, сейчас навстречу встретил передней рукой Иван соперника. Хорошо по туловищу пробивает Иван. Довольно опасно бросался сейчас конголезец. Опасно, в смысле, не технично мог как нанести травму, но сам подставил вот свой затылок. Половина первого раунда позади. Ну, темп, дистанцию, ритм боя диктует наш боксер. Бросается сейчас конголезец. Этим надо пользоваться. Хорошо. Ну, успел поднять перчатки боксер из Конго. И снова в атаке Иван. Хорошо, хорошо. Туловище пробивает правый боковой. Хорошо провалил. Здорово, на ногах сейчас работает Иван. С дистанции такая двоечка. Бросается по прямой отыгрываться боксер из Конго. Нарывается на встречный джеб. И хорошо на ногах снова работает Иван. Хорошо, прямой в корпус. Сейчас бы чуть-чуть в бок, и была бы печень там задета. Неплохо апперкот проводит наш боксер. Бросается конголезец. Очень часто этим надо пользоваться. Вы видели, хороший апперкот был, который должен был остановить вот такие броски. Последние секунды первого раунда, все. Закончен первый раунд. Вот этот хороший удар вы видели по корпусу, практически в печень прошла синяя перчатка, а это апперкот, но не чисто получилось.
Но тем не менее, первый раунд, без сомнения, остается за нашим бойцом. Второй раунд. Осени всех крестным знаменем. Иван Ступин уже находится в центре ринга. Так, давайте смотреть второй раунд. Хорошо, правым боковым через руку достает. О, вот, не надо так по прямой уходить. Успел зацепить его боковым ударом соперник. Опа, здорово, снизу, правого. Сильнейшей рукой прошел апперкот, а это боковой удар выбрасывает Иван. И снова передней рукой достает боковым ударом соперника. Здорово. Продолжается бомбежка в исполнении россиянина. Хорошо, в обвод перчатки, снова право-боковой ложится в цель. Ноги, ноги, ноги. Хорошо встречает снова Иван. Он читает вообще все действия конголезца, который так, ну будем откровенно, довольно примитивно действует. Идет по прямой, бросается. Хорошо развернулся. Сейчас Иван ушел от этой атаки. Минута до гонга. Иван Ступин продолжает владеть инициативой. Так, работает сейчас спокойно, абсолютно свободно. Посмотрите. Опа. Боковой удар. Сейчас демонстрирует великолепную защиту туловищем. Четкий контроль дистанции, работа на ногах. Ну, все как нужно, короче. Очередной бросок пытается догнать Ивана Конголезец. Ну, здорово. Корпус, голову, боковые удары ложатся по цели. Заканчивается второй раунд. Ну вот, надо все-таки четче уходить. И так звучит гонг. 6 минут, двое позади. Ринг Б. В синем углу ринга готовится продолжение боя. Иван Ступин, Россия. Нам показывают красный угол. Рассказывает будут боксеры из Хабаровского края. А мы пока смотрим повторы. Ну вот, великолепная защита, еще раз увидите. Нырками вправо-влево ушел Ступин от цели. Довольно размашистых атак соперников. Итак, заключительный третий раунд. Бросается в отчаянную атаку, бросается конголезец. Но не надо было. Он-то не достиг успеха, конечно, ничего не произошло. Иван ничего не пропустил. Но вот так вот по прямой уходить от этих набегов не стоит.
Шаг в сторону и встречный удар. Вот что нужно Ивану. Вы помните хороший удар по туловищу, да, в первом раунде был, когда практически в печень попал Иван. Надо постараться это сделать снова. Ну, хорошо, снова провалил соперника Иван. И вот перехватил атаку. Здорово нырком, удар по корпусу. Ну, вы все сами видите прекрасно, уважаемые друзья. Свободно, раскованно. Еще раз подчеркну, это работает российский боксер. Пытается одиночными ударами, уперевшись так вот в ринг, центр ринга отвечает конголезец. И снова мимо, вы видите, все, практически все удары боксеров красных. Но сейчас он остановился, зачем, зачем, ну перекрылся, ушел шагом в сторону, зачем стоять, принимать эти удары. Тридцать секунд, чуть больше до гонга. Встречает Иван сейчас. Ну, пошел в размен. Нокдаун. Рефери определил. Боковой удар был. Открывает счет. И снова хорошо ударом снизу Иван. Кстати, соперника чуть-чуть зазевался, пропустил одиночку. Но сейчас последние 10 секунд. И думается, что исход боя предрешен. Звучит гонг, поединок окончен. При этом встречает соперника Иван. А когда чуть-чуть застывал, о, сколько появились шансы, но было немного. Победу одержал боксер синего угла. Ну что ж, хороший дебют россиянина. Желаем ему успеха, он один из главных претендентов на золото. Иван Ступин, Россия.